Всем привет, с вами Максим Херковский, только что посетил спектакль «Путешествие». Могу сказать, что это было нереально круто. И если вы давно не были на том, что вас действительно цепляет за живое, что интересное, настоящее, без масок, где вас вытаскивают настоящие эмоции, которые скрываются в каждом из нас, я безумно рекомендую вам сходить, потому что это реально очень круто.